Один из лучших сотрудников автотранспортного предприятия, водитель автобуса Виталий Сычев, заботливо украшает салон своей рабочей машины. Флаги, праздничные шары, а самое главное – поддержать акцию «Бессмертный полк» в автобусе Победы, фотографии участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Виталий признается, очень горд водить такую машину. В первую очередь меня распирает гордость от того, что такая торжественная миссия доверена именно мне, поскольку я считаю, что моя история, история моей семьи тесно связана с теми событиями, которые прошли много лет назад. Мой дед был в Бресте и в первые дни погиб. Бабушка – труженица тыла. Самарские транспортные предприятия присоединились к акции «Бессмертный полк» на автомобилях. Из-за того, что традиционное шествие проводить не будут, организаторы придумали другие разнообразные форматы проведения торжественной акции. Всех у нас жителей города призывают размещать фото своих родственников, участников Великой Отечественной войны в машинах, там, на стеклах где-то. Ну и вот примерно в таком формате присоединяется наш автобус. Считаем, что это нужное, важное, актуальное, современное начинание. Фотографии для автобуса Победы предоставили сотрудники транспортной компании и пассажиры, которые откликнулись на призыв прислать фотографии своих родственников-героев. Это, конечно, во-первых, это гордость за нашу великую родину, за нашу страну, за наших очень доблестных воинов. У меня тоже в родне дедушка был парашютистом, тоже сражался и, к сожалению, погиб. Есть память, есть понимание того, что для нас победа. С этим мы живем, мы на этом воспитываемся и как бы мы будем нести эту память дальше. Собрали не только фотографии, но и личные вещи солдат Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Поэтому на территории транспортного предприятия было решено сделать еще и небольшую экспозицию. Посетить музейную комнату можно будет по предварительной записи. У нас уже есть несколько заявок. Это от студентов, от школьников. Также наши дети сотрудников собрались посетить данную выставку. Она очень интересная. Там есть много полезной информации патриотического воспитания. До конца мая тематическая экспозиция «Музейная комната» будет работать на территории транспортного предприятия, а затем переедет в офис компании, которая занимается выпуском и обслуживанием транспортных карт. Чтобы посетить выставку, нужно обратиться в транспортное предприятие или оставить заявку по телефону горячей линии городского департамента транспорта 8 846 207 70 11. А автобус «Победы» будет ездить по 34-му маршруту все праздничные дни. Светлана Кудрявцева, Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.